Здравствуйте! На связи представительство компании «Второй паспорт» в городе Владикавказ. Сегодня мы поговорим о провинциальной иммиграционной программе Манитобы. Манитоба, расположенная между провинциями Онтарио и Саскачеван, по праву считается западными воротами в Канаду. Экономика Манитобы базируется на природных ресурсах и сельском хозяйстве, которые играют существенную роль в экономическом развитии Канады. Официальный язык провинции – английский, однако из-за огромного количества иммигрантов в Манитобе говорят более чем на 200 языках. Принято считать, что Манитоба отличается спокойным образом жизни, сильной экономикой, доброжелательной общиной, стабильностью рынка труда и красотой природы. Провинциальная программа Манитобы помогает перспективным иммигрантам, которые обладают необходимыми провинцией навыками и опытом работы, получить провинциальный сертификат. Данная программа – это альтернативный путь получения статуса постоянного жителя и иммиграции в Канаду для тех, кто не соответствует критериям федеральной программы Express Entry. Основными направлениями программы являются направление для квалифицированных специалистов, направление для выпускников вузов Манитобы и направление для бизнесменов и предпринимателей. Направление для квалифицированных специалистов включает в себя две категории кандидатов. Это специалисты, которые уже находятся на территории Манитобы, работают в настоящее время по временному разрешению на работу, либо получили приглашение на работу от провинции. И специалисты из-за границы, которые зарегистрированы в федеральной системе Express Entry, имеют опыт работы по профессии и тесные связи с провинцией. Направление для выпускников вузов Манитобы включает в себя три категории. Это выпускники вузов Манитобы, которые нашли работу по специальности в провинции, выпускники со степенью магистра или доктора наук, которые прошли стажировку в провинции, и выпускники вузов Манитобы, которые планируют заняться предпринимательством в провинции. И следующее направление – это направление для предпринимателей и бизнесменов. Также включает в себя две категории кандидатов. Это категория предпринимателей, которые готовы открыть свой бизнес в провинции, и категория кандидатов, которые готовы открыть в провинции фермерское хозяйство. Основные требования к кандидатам. Возраст от 21 до 45 лет. Обучение специальности не менее 1 года. Двухлетний опыт работы в режиме полной занятости за последние 5 лет. Результаты теста IELTS не ниже 5 баллов и наличие финансовых средств на период трудоустройства и адаптации. Если вас заинтересовала данная информация, обращайтесь к нам в офис или по номеру, указанному под видео, а также подписывайтесь на наш канал.